Откуда ты тут взялся? Откуда они обе тут взялись? Так, я пошел отсюда. Откуда вы беретесь-то там? Че ты смотришь на меня? Иди отсюда. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами снова Крумбл. Продолжаем играть с вами в игру под названием Last of Us 2. А если его там нет? Он там. Надо уходить с крыши, пока нас не засекли. Ну... Я могу тебя отговорить? Нет. Мы не знаем, что там было. Надо его найти. Ну, то есть, если он правда убил Дэнни... Нахер Дэнни. Я бы его грохнула, но он меня опередил. Ты чего, Эбби? Я правда признательна тебе за помощь. Как ты доберешься до океанариума? По шоссе? Нельзя. Там много патрулей. Меня точно засекут. Пойду пешком. Это прямо к западу отсюда. Буду ориентироваться по солнцу. Я пойду с тобой. Я так уже делала. В этом районе полно шрамов. Мэнни, ну не надо. Хорошо. Тебе виднее. Хм, отказался. Я думаю, мне откажется. Давай, давай, дрыгай ножками в ту сторону. Так. За этого персонажа я так посмотрел на главы. Нам придется, наверное, играть довольно долго. Я думаю, что мы легко отделаемся, но нет. За этого персонажа очень много геймплея. Очень много геймплея. Нам дадут еще поиграть за нее. Да. Ну ладно. Да. Слушай. Спасибо. За это? Да, и за все остальное. Ты надежный друг. Перестанем. А то я не совладаю с эмоциями. И что ты сделаешь? Ты вел мои руки, я ж тебя задушу, дурачок. Открывай давай. Вроде никого. Давай. Давай. Че, сверху? Я думал, мы эту штуку раздвигать будем. Ну, пожелаю удачи. Найдешь его, сильно не лупи. Постараюсь. Серьезно, будь осторожна. Пока. 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 Ну да, пока. Ну пока. Ладно, просто иди на закат. На закат? Ладно. Это легко. Шрамы, значит, да? Угу. Сукины дети. Шрамы. Вонючие. Так. А что, про историю про шрамов нам расскажут, как их обидели потом? Сделают следующую часть про шрамов? Last of Us 3, как шрамов, оказывается... Оказывается, они были хорошими, и мы не должны были их убивать. И будем на стороне шрамов, и будем сопереживать уже вот этой... Славно. Перекачанной. То, что ее типа убьют, и мы такие типа, ой, за что ее убить? Нет, конечно, не будет такого. Стрельба какая-то. Это похоже волки. Что это за вонь? Наша против. Ну, наших я буду пока называть, пока за нее играю. А что за мать? Мы так ее не увидели. Помните, да? Какая-то мамка есть, главное. Пах-пах-пах. Как-то так нормально стреляет. Без разбора там херачит. Я хочу пройти переулочек. И не зря. Я знал, что что-то будет. Окно. Это открыто? Мне показалось, что это... А, да, закрыто, понятно. Обманули меня. Так, ну тут с прыжка только если... Ну давай. Офигенный прыжочек. Не отсюда, значит. А, тут приоткрытая дверка. Не заметил. Что заросшее? Такое ощущение, как будто... Еще бы. Да. Пожалуй, вот и... перелезу через стену. Да и... как только. Удобное, конечно, тут фонарь есть. Столб фонарный. Так, если с этой машины мы не можем, то мы можем с чего? Не отсюда. Блин, нихера она огромная. Нас видели с размером с эту... Короче, увидели.
дверной проем. Ну, я кого-то слышу. Тут кто-то есть. Очередная монета. Дакота северная. Так, и где ты? Я его слышу, но не слышу. Где ты, молодой человек? Сейчас мы, наверное, на него напрёмся прямо, да? Блять, я знал! Назад, нахуй. Назад! В смысле? Я же все правильно... А, надо было ускориться, наверное, да, нажать на ускорение, блять. Что? Назад. На ускорение. Оу. Да. Иди его. Не буду жалеть на тебя, пуль, пожалуй. Начало хорошее. Замечательное начало. Почему она звуки-то не сдавала? Кликотуны никогда не спокойно ходят. Они постоянно кряхтят очень сильно. Ну и, кстати, было его слышно, если что. Не знаю, что она так... Как это сказать? Как-то очень легкомысленно отнеслась к этому и спокойно зашла. Слишком легкомысленно. Так. Оп. О, кайф. Ох, тут что-то есть, кстати. Ну-ка. Я люблю всякие секретики. Какого черта? Че я слышу? А нам в эту сторону или не в эту? Мы... Так, ладно, мы в любом случае сюда еще сможем прийти. Прям подо мной кто-то ходил. Как будто по моим следам, шагам. Я сейчас бы упал, и на меня бы кто-нибудь вывалился, я знаю. Ой, извините. Дай! Все нормально. 61. Целая 61. Так. Но ведь наши прокачки не влияют на ее прокачки. Да, тут заново прокачиваться. Ой, кайф. Затычек. Изготовленный затычек, позволяющий бесшумно убить. А, так у нее нет ножа нормального. Вот говно. Скорость перемещения. Здоровье. Давай, повышаем груз здоровья на 25. Говно. Заточки эти еще. Фу, какая гадость. Я уж думал, мы больше о них не узнаем, не увидим их. Кто там стопал снизу? Кто здесь стопал? Тут кто-то есть? Что такое? Направит вас вниз с обрыва. Ха. Эти уроды шастают у нас под носом. Это же та женщина из цикад, по-моему. Разве нет? Которую Джоэл убил, в конце концов. В конце игры. Так. Полезности. С таким скрипом открывается. Угу, две гранатки. ХПшечка. Можно сделать заточки. Видимо, они нам очень пригодятся. Улучшим наш клинок. Несколько ударов. Хорошо. Отлично, отличный крафт. Так, направит все дела, но как она сюда выбраться-то теперь? Я упал в какую-то жопу. Беспросветную. Здесь сюда нельзя? Нельзя. Почему я не вижу ничего в гору? Непонятно. Вроде играешь, что-то так неочевидно. Тихо. На звуки пошла. Ненормально. Тоже кататься хотите, да?
мы поднимем, попадем. Так, тут раз, два, три. Хотя бы одна в нашу сторону пойдет? Нет. Ты тут стоит, чилит. Неудобно, вы, конечно, все разместились. Надо по одному, по одному. Ты будешь первый. Поздравляю. Убивать мы будем медленно. Тут пока можно, в принципе, не тратить свои заточки. Так. Ты тоже давай умирай. Не мешай мне. Угу, видел ее. Прется в ту сторону. Ты здесь одна? Интересно. У тебя есть еще друзья? Я не вижу. Так. По звукам... Ой, блядь. Кто-то видел меня? Ой, блядь, это кликатура. Да я же нажал назад. Затычка, затычка, затычка. Ой, хорошо, что у меня эти затычки сделал. Так, затычки супер полезны. Знаете что? Все. Дайте мне еще. Нет, не могу. Ага, это подожди. Все. А теперь? Просто такая полезная вещь оказалась. Настолько полезная, что прям пипец. Сделаем еще. Я бы сейчас переигрывал, если бы не эти затычки, затычки. Так предательски вышел, он просто неудобно. Я бы его, естественно, убил бы. Я бы ему и шанса не дал, но вы видели. Все было нечестно. Он не играл по честным правилам, он решил зачем-то выйти резко. И я чуть ступил, наверное, даже. Ну ладно. Почти без потерь обошлись. Так. Ну тогда я заточки буду сейвить. Для крикотунов, которые меня будут хватать иногда. Такое ведь будет происходить. Ладно, пошли. Нихера здесь нет полезного, как обычно. Оп. Где мой... неприглядный мужчина. Куда он пропастился? Так, ну мы идем на сторону заката. Тихо. Кто сейчас шмыгал? Я все слышал. Тут кто-то издавал звуки. Опять. Кто это был? Признавайтесь. Тупик просто. Да, видимо, просто тупик. Ладно. Ну, кто-то все равно кряхтел, я все знаю. Меня не обманешь, я программист. Возможно, вот одном из этих мест притаился. Хитрый. Сейф. Это ведь не тот сейф. Но она как будто знает, что хочет. Чуть не понял. Подожди. Скорее всего, у нас код-то не к нему был. Мы давным-давно нашли тот код. Я подозреваю, что это не он. Я, конечно, могу попробовать. Но я более чем уверен, что это не тот код. Какой там был? Ну, тут... А, во-во-во. Ну-ка. Записка из тайников. Блять, там и нет никакой записки. Какой-то там большая победа, блять, на мне это вообще ни о чем не говорит. Короче, вообще никаких паролей у меня нету пока что. Да. Тут, кстати, что-то лежит вот здесь вот. Нужно. Так. Ну, давайте, наверное, соседние проверим магазины. Или где-то здесь в витрине спрятано. Или я слепой, короче. Одно из двух. Здравствуйте. Что за магазин? Хост товары?
Какой-то биологический, медицинский. Биологический, медицинский магазин. О, какие полезные штуки. Так, тут я алкоголь вижу. А паролей я не вижу. К сожалению. Да. Ладно. Последний магазинчик. Если здесь не будет пароля, то его уже нигде нет, я так подозреваю. Ну или в том переулке он где-то был, я его просто не заметил. Китайский какой-то магазин. О! Так, раз, два, три. Апгрейдим пушечки. Мои. Комнатка. О, как интересно. Двухэтажная. Ладно, сходим сюда. Смотримся. Двухэтажный китайский, это магазин какой-то. Опа. Я все слышу. Боже мой. Сколько Главное, не лезьте ко мне. Раз, два. Пока все, что я вижу. Где он там? Он меня не увидит, это кликатун. Два кликатуна, походу. Че я жопой-то повернулся? Как я залезу туда за жопой? Так, и куда он? Он прям сюда подходит. Ладно, подождем пока. Света вы, ребята, не видите? Ну, как раз спиной стоит, отлично. Надо было раньше уползать. Тихо. Спокойно. Ты шутишь, что ли? Да блин! Бутычка. Опять не слава богу, все. Остались еще сотни. Че за бред? Ну как так возможно? Как он увидел-то меня? То, что я встал или что? Я же не шумел. Фонари же они не видят мои. Я просто стоял на месте, чилил себе. Не издавал никаких звуков специально, чтобы меня не слышно было. Но это нихера не дало, и они меня все равно услышали. Какая, Не знаю, что и сказать по этому поводу, если честно. Так, ну что, второй этаж проверяем. Я опять нихера не вижу здесь никаких записок. А это значит, что здесь ничего и нет? Я так понимаю, да? Сейф мы не сможем открыть. Победа. Может быть, какой-то... Отсылка на что-то... На какой-то День Победы? Какой-то, я не знаю. Ой. Короче. А, вот тут есть еще проход на эту сторону. Боже. Я ступил. Так, еще разочек. Я не уйду отсюда, короче, без этого сейфа. И этот сейф отдастся мне. И поддастся мне. Рано или поздно. Эбби даже посмеялась над моим скиллом прыгания. Слышали, да? Возражала такая, типа, ха, боже, ну ты лох, Кромвелл. Ну да. Получается, что лох. Ну давай! Еле бегаешь. Гора мышц. Так. Пожалуйста, кот. Извини, что я здесь не было, когда ты вернулся. Такое чувство, что тут бомба взорвалась. Видимо, кто-то стукнул Федора насчет наших делишек с пайками. Держу пари, что это была злюка Дзяо. Хотелось бы припрятать, но боюсь, наши деловые партнеры. Груз ушел, припасы в сейфе. Код 6-8-9. 6-8-9. Ищи меня в другом убежище. Пора обдумать стратегию отхода. 6-8-9. Запомнили? Все запомнили? Мы запомнили? Мы все запомнили. Так, 6-8-9. Тут есть кто? Ёб твою! Мать твою! Иди отсюда! Конченый. Ты один тут? Говнюк. Согласен. Вроде один. Блять, напал еще со спины. Пугает только меня. Так.
Кирпич. Можно открыть с этой стороны. Хорошо, пока пускай открытая. Все свои апгрейды трачут на этих вот несчастных. Так, так. Ой, пули какие-то. Или что это? Какие-то пули. Угу. Ладно. А это что такое? Зашибись. У-у-у! Да, это нормальный такой. Это как ТОС. Пригодится. Блин, двуствольный. Пау-пау-пау. Кайф. Только у меня кобура-то одна. Я играю за дурочку, а не за... Откуда? Откуда ты тут взялся? Откуда они обе тут взялись? Так, я пошел отсюда. Откуда вы беретесь-то там? Я не понял, блядь, ничего. Че ты смотришь на меня? Иди отсюда. Я тебя не звал. Я пошел сейф открывать. А ты оставайся там. У тебя мозгов не хватит, чтобы выйти. Я думаю. Хватило, что ли? А, внутри. Ну вот и оставайся там. Так, поехали. 68. 9. 6. 9, 6. Это 96. 6, 8, 9. 6, 8, 9. Получается, 8, 9 тут должно быть. Шесть, девять, шесть, восемь, девять, шесть, восемь, девять. Правильно? Да, только, пожалуйста, там. Кайф, все. Получилось. И тут гора говна. О, прикольно. Там на драку. Боевые атаки. Да я и так, в принципе, военный. Нихера себе. Нет места на пулю. Ладно. Шо, девочка? Лакой, я пошел. Ой, блядь. Ёпта, кричит что-то. Но меня уже и след простыл. Чё это? Откуда они повылезали вот эти вот две? Нормально же стоял там, чилил, правда? Чё они вылезли, вообще не понимаю. Врата мученика. Перемирие кончилось, а вы все равно придете сюда. Угу. Это что такое? Пророчица моя, прошу тебя, даруй, молю, даруй меня, зачеркнуто. Может быть, я хочу невозможного, но я прошу тебя, благослови псов прозрением, мудростью и любовью, чтобы они смогли отринуть свою гордыню и сложить оружие, даруй нам мир. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Еще записка. Они... Ой, блядь, это читать бесконечные вот эти про... Ну-ка. Пророчица, даруй своим детям силы, шанчисти, понятно. Ты о многом просишь. Еще. Ну давай еще это прочтем. Больше не буду. Даруй старейшую мудрость выдать меня за Эдмунд. Кому-то захотелось любви. Не то, что ты черствое огромное животное, правда? Так. Я все еще слышу, как она там сквозь улицу орет. Больная. Умалишенная. Кэм, спасибо за записку. Знал бы ты, как по тебе соскучился. Кстати, я все еще охраняю эту пророчицу. Их. Я тебе не рассказывал, что в прошлую смену я с ней говорил. Я спросил, зачем она это делает. Почему же она не прикажется людям сложить оружие? Сперва она стала нести необычный шрамовский бред. Типа, мы слишком зависим от машин, должны вернуться к природе, но потом признала, что сама не хочет войны. Она сказала, что эпидемия — это как бы звонок будильника, но разбудил он не всех, или что-то типа вроде того. Мне было очень интересно, но тут пришел этот придурок Льюис и дал мне по шее за разговоры с пленной. А когда стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. И даже когда охрана била ее и заталкивала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. Все говорят, что она чокнутая, но вот я... Ну-ка. Скажу, и кажется, я начала понимать, о чем она говорит. Да, эти шрамы — конченые психи, а вот я в ней самой действительно что-то есть. Говорят, ее собираются перевести в более надежное место. Встретимся дома, береги себя, Салли. Айзек.
Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Да. Что это такое? О, кайф! Это на какой ствол? Не на пистолет, наверное, это на... Ну, да. Как же быстро мы все нашли. Все нашли. Тут хорошо, что я тут посмотрел. А что это за место такое? Ля орёт как. Ебнутая какая-то. Чуть-чуть. А это что такое? Замена? А у меня какое? Не, мое лучше. Хотя три удара осталось. Наверное, все-таки лучше фомку взять. Так, тут мы не пройдем, естественно. Да. Естественно, да. Так. Нам, наверное, надо вот на этот запор залезть. Только я почему-то не смог с той стороны. А с этой? О. Так. Куда нам проще запрыгнуть? Сюда? И... Оп. Охуенно запрыгнул. Чего-то мне не хватает? Или чё? Еще раз. Записки читать не будем. Так. Ну, блин. По-моему, откуда-то отсюда надо прыгнуть. Нет, здесь колючка. Ой. По-любому нужно куда-то вот в эту сторону. Тихо. Ну-ка. Еще разочек. Ну же! Блять, бред какой-то. Подожди. Что-то не работает. Что-то не складывается в моем. Так. Сюда мы можем забраться? А, можем. Сюда и надо, скорее всего. Тихо. Сюда. А я хочу опять по крыше бегать, голубей гонять. Дразнить Джоэла, дергать за косу. Можно спуститься туда, пройти туда. Можно еще погулять здесь. Угадайте, что я выберу. Естественно, погуляем еще. Блять, я пока туда хожусь, вожусь, тут до сих пор уже и солнышко садится. Но мы ведь все это не зря делаем, в конце концов. Мы ведь находим полезные вещи, правда? Ладно, надо, короче, этот... сваливать отсюда. Реально, что-то я задержался, конечно, здесь. Ого-го-го. Раз, два, и все на дробовик. У меня нет столько пуль. Мест для пуль. Ова! Пошли быстрее спасать нашего... блудшего. О, нормально прилег. Блять. Ну ты меня не увидишь. Ой-ой-ой. Ну, аккуратненько туда идем. Расчистите дорогу к вратам. К вратам. Шрамы, походу. Так. Да хранит вас она. Я не против. Раз, два, три, четыре, пять. Ёб твою мать. Мы идем опять их убивать. Да, я год провел на вышках. И старейшины решили, что я готов. И как впечатление? Поделись. Я рад. Но земли псов еще безотраднее, чем я думал. Как тут вообще хоть кто-то мог жить? Убить, не убить их, я не знаю. Сколько памятников излишеств. Какая трата сил. Они сами навлекли свою погибель. Доведет нас свет ее сквозь тьму. Угу. Сквозь тьму, значит. Так. Ладно, пропустим их, я думаю. Что происходит? Кто меня видел? Ничего не вижу. Ты обратно возвращается. Кто-то меня видел, видимо, снайпер с этой позиции, с какой-то своей. Я его отсюда сразу... А, нет, видел, по-моему. Ну-ка. Нет, показалось. Кто шагает?
Ну-ка, встану еще раз. Теперь не видно. Пошли подойдем ближе тогда. Иди в жопу, чувак. Быстренько подползем. Я солдат. Солдата так просто не обнаружить. Нет, мои ничего. Шаги слышатся так, как будто это, знаете... Херозно. О, тихо. Неудобная позиция. Очень неудобная. Однако. Отсюда убивать их не получится. И они все скопились вот именно туда, куда мне надо, да? Блин. Че же вам как не имется-то? По-моему, они наконец-то разошлись. Ладно, будем ползать. Сыграем змейку. Ой-ой-ой, здравствуйте. А вы куда? Их там двое тоже. Справа на меня вроде никто смотреть не будет. Слева сверху еще один. Так, ребятки, я подозреваю, что мне как раз через вас... Что-то мне подсказывает это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Где твой друг? Отвернись, пожалуйста. Блять. На что ж ты сюда-то идешь? Спокойно. Лишь бы мне в спину никто не пришел. Плохая идея. А то пищает Зина! Здесь! Блять. Отстань от нее! Держи. От нее отстал, видишь? Блять. Тихо. Ну все, вот с этой позиции будет удобно. Если меня не обойдут. Что я там сказал? Так. Теряемся быстро в толпе. Сюда идет. Ну все. Сезон охоты на дурачков открыт. Сюда идешь, что ли? Спокойно. Нужно все осмотреть. Отыскать ее. Поехали. Ищем меня. Пошел первый. Было 5, я убил всего 2. Еще 2. Или 3. Ага, он бегает. Ты кто? Хера себе, в присядочку ходит. Надо мной еще кто-то топает. Давай. Меньше свиста, больше дела. Кто свистит, у того денег не будет, знаешь об этом? Да, только не прикрывать друг друга, пожалуйста. Блять, он идет к нему. Спокойно. Умирай быстрее, пожалуйста. Так, второй готов. Я за этой плитой вас всех положу. Если хотите. Сюда идет, да? Еще справа как будто кто-то топает. Ну, это надо мной, скорее всего, где-то. У нас проблемы. Да. У нас явные проблемы. Блин, я слышу над собой чувака. Да, вон он ходит. Он к нам не подходит, ну хорошо. Давай, подружка, я тебя жду. Я тебя уже заждался. А чё ты какая? Что? Труп нашла. Да задолбала ты. Я сейчас не выдержу и выстрелю, честное слово. Она где-то прячется. Ага. Блять, ты шутишь, что ли? Иди сюда. Спокойно. Назад. Вот так вот. Так, ну и все. Скорее всего, последний над нами, и больше никого здесь не должно быть. Где этот второй этаж? Лестницами пользуетесь, чудики? Пользуются.
Только не говори, что ты нарвался на них. Будет очень обидно. Правда? Правда. Так, где этот? Ого-го-го, привет. Давай, давай. Ты же не ко мне идешь? Нихуя себе. Неудобное, блядь, место вообще неудобное. Иди сюда. Порядок. Да ёпта. Все. Готовы, копченые. Наверняка тут можно пройти. Тут и не только можно пройти, тут еще и поживиться можно теперь. Отлично, у меня как раз перегруз. Как раз хилочки нужны. Все сделаю, все, что есть. Так. Заточки ничего больше нет. Ладно. Не без потерь, не без ошибок, но, короче, вот так. Как есть. Как получилось. Так. Пульки. Ох, опять аж места не хватает, лол. Сейчас перезарядимся тогда. Ну? 9 на 9, все, больше места нет. Угу. Понятно. Ничего, ничего. Так, пройти, пройти, пройти. Можно на третий этаж, наверное, на это намек был. Я так подозреваю. Тут ничего нет, интересно. Пошли сразу на третий. Наверное, еще что-нибудь на улице осталось, но, в принципе, нам больше не нужно. Все, что надо, мы нашли. Тут никого нет на третьем этаже? Последний, кто остался? Пожалуй, можно пробраться здесь. Ага. Пожалуй, что да. Блять, застрял. Как здесь... Не очень просторно и очень грязно. Это пули же? Да. Чей-то рюкзак. Никого здесь нету? Серьезно? Позиция хорошая. Надо только спуститься на улицу. Угу. Ладно, я смогу. Я смогу все предать врачу. Так, что нам нужно вообще, в принципе? Это у нас что такое? Жилище их. Конечно, я пришла в гости прямо к шраму. Давай посмотрим, может, что-нибудь смогу проапгрейдить. Винтовка неплохая. X4 оптика, лол. Ай, я не то нажал. Еще раз. Так, modification. Могу магазин и устойчивость. Вот устойчивость, наверное, ей не помешает. Пулей в ней достаточно. Более устойчивой сделаем. За жопой похож на калаш чуть-чуть. Ну или СВД. Все равно это примерно одно и то же, по сути. Кейбл. Ребенок, родившийся у серафитов, подобен чистому листу. Ничего, кроме потенциала. Ты же раскрыл этот потенциал, так что произошли все мои ожидания. Прости, что тебя не было на церемонии твоего посвящения. Меня не было, да, я помню, как мой собственный отец накалывал на меня
Мне на щеки мокрые листья эвкалипта, чтобы унять боль. Со временем боль забудется, но шрамы будут вечно напоминать тебе о мудрости пророчицы. Мы несовершенны по своей природе, и поэтому должны выглядеть несовершенными в ее глазах. Пусть она ведет тебя сквозь бурю всю твою жизнь, пусть твоя истинная сила всегда будет с тобой. Я с тобой горжусь, твой отец Эйзра. Очень мило. Хотя и жесть, конечно. Да. Согласен. Я бы сказал, херь какая-то. Дичью занимается, еще и калечит себя. О, блядь, сектант. Что с них взять? Ну, жопой по... Молодец. Не удержалась. Какие-то таракашки бегают. А тут разве не можно сесть? Да, что-то я ползу зачем-то. Так. Не хотелось бы туда падать. Но я что-то не вижу выбора особого. Я же не разобью здесь, правильно? Нормально. Все-таки боевая подготовка. Еще до хера их. Но для наших целей сгодится. Может, нам помочь с поиском беглецов? На закате Эмили пойдет с отрядом в лес. Она их найдет. Слава. Да постигнет апостатов справедливая... Давайте, заткнитесь, идите сюда. Апостаты, супостаты, по одному. Че, вдвоем, что ли? Так нечестно. Ну, зашибись, блядь. Как я должен это сделать? Стоять. Так, чтобы я видел... Сильно здесь! Здесь! Да вырывайся ты! Да блядь, ненавижу, просто ненавижу эту борьбу. Никуда я не бегу уже. Где ты? Я бегаю походу.